Всем привет! Сегодня полное прохождение «Отпуск Стори». Приятного просмотра! Здравствуйте, дамы и господа! Это говорит ваш капитан. А теперь наслаждайтесь полетом. Да. Комфортно-то как! Почему руки у меня вот так стоят? Садитесь. Взлет через 15 секунд. О, кого-то там. Поехали. Прибью. Все на места садитесь. Ну и тряска. Свет мигает. Дамы и господа, кажется, у нас неожиданное отключение электроэнергии. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, пока мы исправляем эту проблему. Что это на правом крыле? Чудище? Где оно? Ой! За Кириллом гоняется. Ой. А, за мной! А, все, телепортировалось. Где оно? А, за мной гонится чудище! Бегите все! А, ой, а что это? А! Испарилось. Вот оно. Оно идет за мной. Ой. Когда оно испарится? А, оно испарилось. Сзади меня! Оно меня укусило! Нет! У меня 90 хп! Фух. Второй пилот говорит: всем привет! Кажется, что мы собираемся пройти через гром, шторм и сильную турбулентность. А, все нормально. А, ехал. О, только хотел поспать! Пожар! Нет, он возле меня! Крыло тут, где был монстр, горит! А-а-а! Смешно. Смешно? Я бы не сказал, тут пожар. Бортпроводник говорит: быстро все хватайте спасательные жилеты. Куда мне сесть? Тут же пожар. Прямо у моего места пожар. А, нет. Что за взрыв? Я в море! Море кусается! Бьет. Фух, я тут. Все сюда, срочно, срочно! Быстрее! О, что тут такое? Я потерял 5 хп в воде. Самолет разбился. О, остров! Посмотрите, остров! Ура, остров! Шарк. Акула! Акула! Акула, где? Где акула? Я не вижу никакой акулы. Нет, ты выживешь! А! Что со мной? Акула! Ты выживешь, давай, плыви, ты хороший плавец! Быстрей! Кто там жив? Ты выживешь. Верь в это. Ой, там запчасти чьи-то. А, я пошел. Сюда, прыгайте. Быстрее, там акула. Как кого-то поймали. Кого-то съел акула. Да. Ой. Ах. Ой, она прыгает. Посмотрите, она прыгает, как я. Что здесь делает клетка? Не понял, что это за остров? Какой-то, это ненормальный остров нам попался. Опа.
Хорошо, нам нужно найти еду и построить убежище сейчас. Говорит. Я нашла яблоки, чтобы поесть. Спасибо. Спасибо. О, яблочко. Наконец-то. Стоп, стоп. Что это за... А, это, наверное, солнце просто тоже. Не кушайте. Почему? А, мы же его не помыли. Ну, конечно. Кушать нельзя, не мытое. Ой, ночь. Я лучше на гору пойду. Это пещера. Что, дали? Дождь! А-а-а! Что такое звук? Ты говорил, что ты не выживешь. Не выживешь. Я думал, что ты доживешь до конца. Прощай. Мне не страшно. Что? Паркурчик? Пройти паркур за 60 секунд? А что он двигается? Он сложный? Нет. Довольно легкий такой паркурчик. Так посмотреть, он легкий. Ничего сложного. Обыкновенный паркур. Я чуть не упал вообще. Я первый. Не понял. Так, кто наш жив? Кирилл. А что это ХГХ? УЕГДГДДГГДР. Ты пройдешь этот паркур. Да, я прошел. Я не могу это яблоко выбросить. Оно у меня прям вот так в инвентаре будет. Оно же отравлено. О, вот это да. Вот почему нужно его пройти за минуту. Опа, опа, опа. Давайте, давайте, помогайте, помогайте на. Кого? А где еще одна? Ой, я, кажется, я кого-то скинул. О, ну, бежим. Ты в курсе, что когда я тебе пишу, у тебя чат опаздывает на где-то... Я пока читаю, у меня 26 хп! Он идет со мной, нет! Тупик! Называется, на чё-то засмотрелся. У меня 8 хп! 8 хп! Красный горит! Как я теперь пройду? Читал называется. Я не хочу один быть. Ты не будешь один, я постараюсь до конца дойти. Хотя у нас красным горит. А тут... Без вас. Да, я смотрю. 8 хп. То монстр бы меня бы скушал. И чё? А где Кирилл? Кирилл, поймали в клетку! Нужно его освободить срочно. Найс, хорошо. Пошли быстрее, где Кирилл Ганс? Пошли искать, надо найти клетку. Монстр схватил. Вон он, привет! Что ты там делаешь? Монстр реально злой. Яблоки были отравлены. Кирилл съел яблоко, он отравился. У меня 8 хп. А почему у тебя так мало? А, вы все яблоки съели. Я-то не ел, я бы сейчас бы проиграл. Нет!
Нам нужен огонь и свет. Ну, наверное, эта доска пригодится. Нужно собрать дерево. Одно есть. Давай искать. Я его возьму. Два. Тут завал. Где последний? О, вот досочку. Фух, собрали. Костер, ты что на костре стоишь? Уйди оттуда. А если поджаришься? Good. Хорошо. Получилось. Да, прекрасно. Тепло. А, ну да. Комфорт. А что такие частицы исходят, как от монстра? А, бежим! Тут завал. Что это такое? Куда бежать? Пожар! О, теперь нас спасатели 100% заметят. У меня там 8 хп. Нет, ты зачем в воду прыгнул? Фух, мы двое. Я с 8 хп. Теперь нас спасатели 100% выйдет. Из-за такого дыма, из-за такого света. Огонь не контролируется. У меня было 4 хп. Понял? Утро наступает. Утро. Да, вот солнце встает и становится светло. День. Подожди ты. О нет, это цунами! Нам нужно подняться выше волны. Ребята, просыпайтесь, я не хочу опоздать на наш полет. Это был лишь сон. На этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока.